Мы приехали в точку А. Вон там вот Румия. Оставили авто. Вон там монастырь. Куполки храма красиво блестят. Мы рады и веселы. Идем до первого привала. Простите, пожалуйста, а что это у вас за горное снаряжение такое в руках? Это универсальная лежанка. Дорожка на нижней части тропинки. Все рады такому приключению. Даже Тёма. Дорога пошла через лесочек, что, в принципе, приятно. Массаж, самомассаж на трассе Москва-Васюки, ой, точнее, Румия-бар. В принципе, подъем такой, сколько ей градусов, наверное, 40 подъем, да? Боевой дух немножко снизился, но не упал до нуля. Женщины детей оставили в тайнике. Маленький момент, я тоже женщина. Нет, ты сейчас трекер или как его там? Горнопроходец. Пути. Офигенный, конечно, лес, он спасает. Такие дубы разноплановые. Типа вот этого. Вообще, конечно, дышится прикольно. Там, конечно, скоро лес кончится и начнется шиндец. Прошли примерно 250 метров высоты. Где-то там в кустах кто-то идет. Вон. Так сказать, тяжело путнику, но он все идет и идет. Я был неправ. 200 метров, 220 только сейчас. 250 будет впереди. Это будет полпути до Румии. Возможно, вы его увидите, а возможно и нет. Мы скажем, да ну нафиг, и пойдем назад. Последний рывок перед восхождением. Вот осталось-то. Децл. Аня молодец. Не сдается. Осталось совсем чуть-чуть. Каких-то 200 метров. Самые тяжелые. Вон бар впереди. 310 метров подъема, осталось 200 без малого. Страсти накаляются, нервы сдают, вода кончается, но мы идем. Привалы учащаются. Но и высота легче набирается, круче пошла. Вот такая она, Румия. Вон туда нам идти. 400 метров, Аня! Высота взята! Тут уже не так жарко. Солнце печет, но не жарко. Что-нибудь вам видно? 398 метров. Дошли до седла. Предстоит вот такой еще подъем нехилый.
Офигеть. 440 метров. Открываются красивые виды на Скадарское озеро. Море мы и так видели. Старых друзей. Четыре семьдесят метров. Сил больше нет идти, но мы идем. Тебе звонят. Не знаю, откуда я взял, что подъем занимает всего 500 метров. Сейчас мы уже прошли 512, и там еще впереди не видно края. Пошла дорожка вокруг кручи. 540 метров мы прошли высоты. Уже должны были прийти. Виды, конечно, класс. Фу. Боюсь даже смотреть на навигатор. Наверное, 600 метров в итоге подъема, а не 500. Фу. Последние метры самые кайфные. Аква. Вид с горы Руми на округу. Кто здесь камней столько навалил, непонятно. Вот такая вот тут место. 78 метров подъем занимает от стоянки. От этого храма. Ну, в общем, не так уж и сложно. Вообще фигня. Отлично. Пойдешь еще? Ага. Завтра? Ага. Ну все. Хотел сказать, когда будете спускаться, очень осторожно, лучше палки берите по вот этим, по вот этой щебенке сыпучей. Нога едет, бывает очень даже неприятно. Так, что мы имеем? Мы уже спустились до дороги, поднялись обратно, но точный расчет 576 метров. 576 метров спуск и 1:07 спуска. Это при легкой форме физической подготовки. 2 часа подъем, 1 час спуска.